Она служила медсестрой в воинской части полевого госпиталя. Участвовала в Сталинградской битве. Алевтина Тимофеевна Митрохина, 97 лет, живет в Уральске. Принимал участие в боях за освобождение Белоруссии. Получил 3 ранения. День Победы встретил в Кёнигсберге. Сисибаев Жакан, 97 лет, живет в Нур-Султане. Был командиром минометной батареи. Участвовал в освобождении городов Сухиничи, Малоярославец, Калуга. Получил тяжелое ранение. Брусник Дмитрий Яковлевич, 98 лет, живет в Кустанае. Он дошел до Берлина. Участвовал в освобождении узников концлагеря Освенцим. Исмагил Нигматович Галиуллин, 96 лет, живет в Караганде.